Итак, всем привет, это Роман Далука. Сразу начинаю включение сегодняшней серии с очереди на квалификацию. Сейчас начинается как раз вторая группа, в которой я еду, а первая завершает свои проезды. Разгончику чувака. Вот. Не стал в этот раз никого мурыжить тем, что как мы приехали, опаздывали, как переобулись. В общем, все, едем. Проехал сейчас первую попытку квалы, но, наверное, на анборде сами все видели, не знаю, понятно ли было, но, короче, я что-то поймал кураж, первые несколько клипов так охуенно проехал и такой хороший был темп, что решил, что все, заебись, заезд складывается, тапку нормально нажал, переложился, блять, в стену, ну, в бруствер, корректирнулся жестко, пока не знаю, сколько мне за это баллов срезали, но наверняка много за это у меня баллов сняли. Сейчас стою в очереди на вторую попытку, посмотрим, надо ее как-то поскромнее проехать, может быть, будет лучше, может быть, нет. Ну, что я могу сказать? Все когда-то бывает в первый раз. И вот в первый раз я не прошел квалу. 69 баллов здесь оказалось недостаточно для прохождения в топ-32. В общем, были у меня, конечно, сложности на этом мероприятии с тем, что я не до конца понимал, как выделены аутсайд-зоны, и из-за этого я из них, ну, как мне кажется, выходил раньше, чем стоило бы. Но в этом никто как бы не виноват, потому что это мне нужно было внимательнее брифинг слушать, а не думать о том, выделены они так или иначе, и что это значит. Все наверняка было сказано, поэтому, ну, что ж, будем учиться дальше, тренироваться дальше. И увидимся с вами в следующих видео. Если вам понравился этот ролик, конечно же, всякие лайки, репосты и подписки приветствуются. Ну, а также всегда вам рад в косе. Всем пока!